интересные люди сейчас приходят на консультации, друзья мои. И каждый раз вижу, что проходят через какой-то определенный этап. И пришла мне мысль поговорить о том, что у женщины есть 4 возраста, 4 жизненных этапа. Первый – это юность, она обычно достаточно бестолковая, и она очень часто не знает целеполагания, идет наугад, радуется жизни, принимает все таким, какое оно есть, широко открытыми глазами. В молодости у нас нет каких-то фильтров восприятия, у нас есть некая безбашенность, стремление, желание довериться всему, что идет в нашу жизнь. Мы рискуем, мы опрометчивы, мы не оглядываемся назад, мы жадно кушаем этот мир большими ложками и ищем, что нам приносит удовольствие. Второй достаточно непростой этап – это этап, который связан с детьми, с семьей. И это, конечно, этап жертвенности, этап отдавания, этап, когда женщина живет ради детей, ради семьи, но он тоже заканчивается, потому что дети, оказывается, вырастают, идут в свою жизнь, и наступает переломный момент, переломный он потому, что необходимо найти новые смыслы в своей жизни. Как говорил известный бизнесмен Владимир Яковлев, в куда жить, какие цели ставить. И если понимать и ценить время, и знать, что этот этап, он не бесконечен, и будут внуки, то есть будет такая мини-копия второго этапа, потому что обязательно захочется с ними повозиться, и обязательно захочется отдать им свое внимание, опыт, тепло, любовь, то чтобы грамотно прожить вот этот третий этап, его ценить и получить от него максимальную пользу, конечно, стоит задуматься о целеполагании, этом пресловутом «в куда жить». Важно, чтобы цели на этом этапе у вас были измеримыми, то есть вы могли их измерять и соотносить результат с тем, что вы планировали. Чтобы они были более или менее легко достижимыми, потому что упираться в цель, которая недостижима, которая вас расстраивает и фрустрирует своим отсутствием, но у вас нет ресурсов для ее достижения, это достаточно сложный вариант. Выбирайте те цели, которые вам удобно достигать с точки зрения того, что у вас есть для этого, имеются необходимые ресурсы, вы можете ее достичь. И, конечно, достижение этой цели должно приносить вам удовольствие. Вот если этот третий этап вы будете проживать вот в таком целеполагании, я думаю, что он у вас может быть достаточно интересным и достаточно плодотворным. Главное, не забывайте, что ничего не статично, ничего не остается таким, каким оно было вчера. Но очень многое зависит от вас и то, какой будет ваша жизнь, и то, насколько она будет дарить вам радость. Остаемся на связи. Уже завтра у меня командировка в Москву. Я постараюсь найти что-то интересное. Там должна быть видовая площадка, вечерняя Москва, Москва-Сити. Очень необычная выставка, связанная с интернет-технологиями. Если что-то получится добыть, я обязательно вам это покажу. И в монтаже интервью с очень интересной девушкой Юлией Лашмановой. Мы говорили уже о том, что у нас это в планах. Планы практически реализовались, осталось это интервью смонтировать. Ну и записывайтесь на психологические консультации, я буду рада делиться с вами своим опытом и помогать вам выстраивать это целеполагание на любом этапе вашей жизни. На сегодня.